Еще одно доброе дело в копилке у окружных предпринимателей. В преддверии Дня Великой Победы бесплатный показ фильма для школьников и ветеранов прошел в кинотеатре поселка Искателей. Для предпринимателя Армена Петросяна это не первый и не последний благотворительный кинопоказ. Акция стала еще одним звеном в цепочке добрых дел в рамках проекта «Добрый Нао». Идея его создания возникла после форума НКО в декабре прошлого года. С тех пор коммерческие и некоммерческие организации округа провели немало различных социальных и благотворительных акций. И как предприниматель, и как руководитель регионального отделения «Опора России», это НКОшек, объединяющий малый и средний бизнес, соответственно, мы тоже входим в данную программу и по максимуму содействуем, чтобы все это у нас работало. Сегодня, в преддверии юбилейной великой даты, учащихся школы номер 1 и ветеранов пригласили на премьеру военной картины, ремейка советского кино 1972 года «А зори здесь тихие». Этот фильм повествует о группе девушек-зеничиц, которые вынуждены вступить в неравный бой с вражескими десантниками. На долю молодых девчонок выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг. Организаторы считают, что показать этот фильм школьникам, которые вряд ли смотрели его черно-белую версию, сегодня очень важно. Я считаю, что этот фильм должен смотреть не только взрослое поколение, но и дети. Этот фильм учит, наверное, уму, разуму и боевому духу. Список проекта «Добрый Нао» включает много других акций, а самое главное, что присоединиться к ним может каждый. Ирина Цептова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».